Блядь. Из полиции звонили. По поводу полученной травмы мной вчера. Я сказал, что все по собственной воле, по случайности, никому претензий не имею и так далее. Сказали, что если понадобится, нужно будет приехать в участок и объяснительную писать. Ну, типа. Но меня же не могли... А, не могли меня наебать. Потому что сказали, с какого района там и так далее.